Всем приветик, ребята! Вы на канале TNT Fox. Сегодня, как и обещал, будем делать обзор на мои P2000, которые у меня есть. Достал по максимуму все, что было, все, что понаходил в ящиках, потому что очень много пиротехники. Кто не знает, посмотрите обзоры на всю мою пиротехнику. Там было петард на 5000 баксов, плюс еще кое-что мое, то, что у меня осталось. Поэтому, ребят, вот, что смог, принес, чтобы вам показать обзор на свои P2000. Также, если захотите тест, обязательно под этим видосом наберем 2000 лайков минимум, ребят. Когда будет 2000 лайков, сразу выпущу тест с тестами этой пиротехники, с этими P2000. Что ж, давайте, пожалуй, начнем. Ребят, первое, что хотел бы вам показать, это вот такая зеленая P2000. P2000 Green от Золотого Дракона, шок. Вот такой красивый дизайн здесь. Вот так выглядит. Вот. Так, давайте покажу вам особенность данной петард в том, что здесь упаковки по 5 петард, вот таких. 4 упаковки по 5 петард. Это очень удобно, ребят, взял себе такую упаковочку. Ничего в кармане, нету пороха, все чистенькое. Отлично, по сравнению с другими петардами, которые оставляют после себя гипс, там порох и все такое. Здесь же вот такая петарда, не буду сейчас открывать эту упаковку, чтобы показать. Но здесь и так, думаю, видно. Фитиль здесь хороший, я вам отвечаю. Уже тестил, пробовал, взрывается петарды отлично. Вот такой толстый корпус, довольно-таки массивная петарда, хорошая. Так, ребят, пока взял одну пачку, потому что там оно все сложено, короче, неудобно в коробках. Пока все, что смог поверхностно достать, все покажу вам. Но я, по крайней мере, выбрал все петарды, чтобы показать все P2000, которые вообще у меня есть. За количество не буду отвечать, потому что в некоторых местах, может, еще лежат петарды, поэтому я точно не перерывал все. Не могу точно сказать, какое точно количество, но по максимуму покажу. Так, этих пока одна упаковка, но у меня эти еще есть, это я точно знаю. Так, также аналогичная петарда, вот такая Бабах называется, здесь тоже 5 штук, вот такие штучки по 5 петард, вот как видите, фитиль, виско фитиль здесь, петарды хорошо запечатаны, тоже корпус массивный, взрывается отлично, только другая вспышка чуть-чуть, вот, этим они в принципе и отличаются. Так, давайте их поставим сюда. Так, пока я их нашел, у меня 5 упаковок. Давайте вот так поставим. Такс. Дальше. Дальше у нас на очереди легендарная максимовская пиратка P2000. Так, давайте посмотрим, есть тут открытая упаковка или нет, чтобы показать. Если нет, откроем. Так, вроде бы ничего нет. Так, давайте тогда откроем. Я думаю, все петарду эту видели прекрасно. Так. Смотрите, какой корпус. Все отлично, спору нет, петарда взрывается мощно, я уже тестил, но меня разочаровала вспышка, потому что в новых вот таких P2000 вспышка зачастую очень плохая. Смотрите, видите? Не знаю, здесь вроде бы намазано хорошо, но когда я их тещу, что-то вспышки плохо срабатывают. Ну, может, тут такие петарды попадались, но посмотрим, как эти будут. Здесь у меня их, так, 7 штук, 7 упаковок, ребят. Петарды вот такие, вы видите, хорошо, хорошо запечатаны. Такая коробочка из 20 петард. Так, ставим ее где-то тут, вот так. Давайте вот так вот рядышком. Или давайте тех, что поменьше, будем спереди ложить, чтобы они не закрывали. Так, дальше у нас Banger P2000, 3 упаковки. Вот так выглядит. Тоже петарда довольно-таки интересная. Смотрите, какой гипс здесь хороший, толстый корпус. Фитиль нормальный, взрывал в воде, взрывается в воде просто. О, это петарда для воды, я ее называю так. Очень отличная P2000, такая беленькая. Так, сюда ее. Дальше. Дальше идет желтая P2000 от Фиери. Так, я уже показывал, здесь тоже присутствует вспышка вот такая. Также петард 20 штук в упаковке. Такая дизайн симпатичный. Светленькая, то обычно петарды черные, а здесь светлая. Вот, пока, так, ряд есть. Следующее,
Следующие петарды будут от фирмы Агенция Свято П2000 Макси. ПТ-7. Так, посмотрим. Так, гипс плохой. Сразу могу сказать, видите, я легонько ножиком надавил, и она уже раскрошилась и дальше продолжает высыпаться. Но, по крайней мере, они взрывались практически все, когда я их тестил. Но, как видите, слабый гипс, это такое, знаете, раздавиться может или что-то еще. Нужно с таким хорошим гипсом. Хотя, есть такой гипс, что если попадает у вас, будет такой синяк, что мама не горюй. Поэтому, ребят, не знаю даже, что лучше. Но, как видите, пока петарда рассыпается, не могу ничего сказать плохого. Взрывается, но рассыпается, как видите. Так, одна упаковочка. Дальше. Дальше у нас вот такие петарды АЦФ-47. Также здесь у нас такая замечательная упаковка из 4 блоков по 5 петард. Когда-то была такая петарда FP3, супер мощная, мне она нравилась, но потом пропала с продажи и уже нету. Так, но, кому интересно, ребят, все петарды, которые у меня есть, я собираю в коллекцию, там уже более 200 штук, можете посмотреть, в прошлом году видос выходил, в этом году выйдет видос с новыми, уже новых петард добавлю, будет очень интересно, поэтому посмотрите. Так, АЦФ-47, вот так, здесь фитиль очень тоже хороший, дисков-фитиль не дает петарде просрать, поэтому фитиль залог успеха взрыва хорошего. Так, давайте дальше смотреть. Черные такие бенджеры P2000. 4 штуки у нас. Вот так выглядит. Так, давайте посмотрим, открывал я тут уже или нет. Нет, не открывал. Давайте тогда откроем, посмотрим поближе ее. Пока с P2000 корпус не попадался. Слабый, но вот видите, здесь также. Чиркану, ребят, хорошо ножом, смотрите. И здесь гипс хороший. По сравнению с предыдущей петардой. Вот. Ну, фитиль, конечно, хотелось бы и получше, но, по крайней мере, они все взрываются. Ну, тоже такого, говорю, не было, чтобы я там заметил, что хотя бы одна не взорвалась. Вот, обычно P2000 нечему тут тухнуть. В конце никогда они не тухли, разве что в воду, когда я их бросал, и то практически всегда взрывались. Вот, петарда... Как по мне, нормальная. Грех жаловаться на P2000, хотя есть слабые. Например, у Фиери есть 3 разных вида. Это самая слабая из них. Сейчас я вам покажу еще, какие тут есть. Так, давайте, наверное, вот сюда поставим. Ух, задел камеру. Так, слишком высоко стоит. Так, давайте дальше смотреть. Вот, как раз плавно перешли мы к Фиериевским P2000. Так, это самое слабое, это на среднее. Средняя, вот такая синяя P2000, дизайн. И давайте посмотрим на саму петарду, что из себя представляет. Так, также гипс коверну, вроде бы держится. Ну уже фокус наводись. Вот так вот. Да, фитиль, конечно, хотелось бы подлиннее, но вспышка здесь присутствует, вот такая вот, нормально вроде горит, взрывается петарда хорошо. Так, две упаковочки P2000. Также, смотрите, желтая, синяя. Так, и на очереди вот такая черная, 4 упаковки. Черная P2000, как по мне, самый жир, самая лучшая P2000, которую я взрывал вообще в жизни. Больше всего она нравится. Здесь самый толстый корпус, смотрите, вискофитиль отличнейший, смотрите как, с усилием его давлю, он не ломается. Присутствует также вспышка, но не у всех петардах что-то почему-то налито полностью, но срабатывает хорошо. Вот взрыв, самый мощный из P2000, который я вообще взрывал. Так, есть, вот такие 3 вида, самая слабая, средняя и самая мощная. Дальше, P2000 вот такие, от фирмы Zeus. Давайте их поставим тут. Zeus. Zeus тоже мощные петарды, потому что корпус слишком толстый. Вот, фитилек, ну такой средненький, я бы не сказал, что это прям виско-фитиль, просто обычный фитиль.
Так, вспышки как таковой здесь нету, к сожалению. Хотя места хватало. Не думаю, что это так дорого, чтобы сделать вспышку. Так, есть тоже 20 штук. Пока идут все упаковки по 20 штук. Если что-то изменится, я вам скажу обязательно. Так. Дальше. Дальше петарды у нас Scream. Scream я люблю дизайн. Смотрите, вот такой. Кто знает, что за кино, напишите в комментарии. Это из фильма взяли. Масочку вот эту. Поэтому пишите в комменты, кто шарит. Так, 4 упаковки. Так сложено, напоминает пулеметную ленту. Оп. Где-то фитиль потерялся. Когда вытягивал, оторвался, видите? Ну, эти петарды всегда были такие, как вам сказать, с браком. Потому что не все они взрывались, еще в самом начале не вышли. Я спрашивал, почему они не взрываются. Мне производители говорили, мол, их только завезли, они там на складах лежат, еще сырые, свежие. Ну, короче, бла-бла-бла, по ушам. Петарды уже сколько их покупаю, сколько они лежат на складах в разных магазинах, всегда не взрываются, всегда у них одна отмазка у феерии. Поэтому, ребят, не будем огорчаться. П-2001 были вот такие. Также у нас... Это у нас со свистом петарда. Здесь у нас свистулька какая-то установлена внутри, и петарда свистит и взрывается. Вот эти чаще всего просрали. Также есть аналогичная петарда P2002, уже Scream. Короче, P2000 Smoke Scream называется. Вот такая. Тоже я на нее жаловался, что она плохо взрывается. Дымок горит, петарда потом не взрывается. Или наоборот, уже дымок не горит, синий, и петарда тоже не взрывается. Такое, в общем. Вот, одна штучка. Ставим ее сюда. Также уже давно обновилась данная петарда. Вот это. Вот такой теперь у нее дизайн. P2002. Жаль, конечно, убрали вот такой логотип. Но, может быть, это связано с тем, что... это что-то с фильмом связано. Не знаю. Или с... В общем, не знаю. Короче, напишите, с чем связано. На упаковке логотип остался, как видите. Я думаю, просто они сделали на все петарды черный дизайн, как на вот эту P2000. Просто, чтобы не было каких-то проблем. Вот. 4 упаковки. Посмотрим, как эта петарда у нас изменилась. Так, она какая-то на вид потоньше, чем другие P2000. Посмотрим, как здесь обстоят дела. Так, смотрите, здесь уже полностью залито. Я так понял, это у нас смесь горящая, должна дыметь, поэтому петарду лучше бросать. Я уже ее, честно говоря, признаться, протестил, снял видосик, взрывал там упаковками. Вот такие петарды я взорвал упаковками, так что хотите, чтобы быстрее вышел данный видос, обязательно набирайте лайки под этим роликом. В общем, смотрите. Там петарды я оставил стоя, и они таким огнем горели, и не все дымели, потому что, мне кажется, это как в дымовухе. Если ее не потушить, она, короче, прогорит, и все, и дыма не будет. А если затушить вот так, сразу пойдет дымок. Ну, короче, нужно ее по ходу ложить или об что-то вот так упирать, чтобы не горел сильный огонь, тогда будет дым, короче, лучше. Потому что я знаю, вот, кто делал дымовушки с мячиков теннисных, вот. Резали, короче, мячики, и если не потушить, оно просто прогорало, и все. Поэтому, ребят, нужно ее как-то удобнее положить, чтобы что-то во что-то тут упиралось, чтобы тогда срабатывал дымок. Хотя, и так я видел, дымок срабатывал, это, знаете, смотря как сработает. Тут уже не угадаешь. В общем, такие обновленные петарды. Давайте дальше посмотрим, что у нас тут еще есть. Так, вот такие P2000. Такой дизайн. ПТ-7, агенция Свято. Это походу, давайте посмотрим. Так, сюда их положим. Походу обновленная версия вот этих петард. Это старые, это новые. Ну, давайте посмотрим, чем они отличаются вообще. Вот такой корпус. Ого. Первый раз вижу, чтобы маленькие петарды делали из такого гипса. А ну-ка, ну-ка. Давайте старую возьмем. Может, я не видел? А, нет, смотрите, здесь обычный гипс. А здесь, наверное, скорее всего, такой гипс, чтобы его разрывало при взрыве, потому что, чтобы не отлетали куски. Хотя, кто его знает. Смотрите, гипс напоминает такой, как в динамите. Динамит-бум с таким идет. Вот, видите?
Ну, это мне уже нравится, отлично. Смотрите, и корпус тоже вроде хороший. Хотя здесь, как видите, в старой... Вот я ее нажимаю, смотрите, она как будто бы сырая, разламывается. А здесь... Ух! Хорошо. Вот такая вот обновлялка. Обновилась так. Есть. Это меня радует. Хорошо. Нужно будет ее протестить, как она бахает. Так. Где они там у меня лежат? Вот здесь. Так, давайте дальше. Давайте теперь посмотрим петарды вот такие. Так, это у нас вроде бы то же самое, только что-то перевернуто. А то я не заметил, вроде черная такая упаковка, думал тоже какие-то новые, но это та же самая петарда вроде бы. Так, если там тот гипс коричневый, значит это она. Да, да, ребят, это та же петарда, поэтому ставим в сторону. Так, давайте немножечко перенесем. Вот так, чтобы все это поместилось у нас. Вот так, теперь все хорошо видно. Вот, все P2000. Так, и еще, для заключения, одна P2000. Здесь написано P2000, значит это P2000, ребят. Только такая упаковка, B10 штук. Когда-то была очень классная, со вспышкой, но почему-то ее переделали и... даже не знаю. Сделали какой-то длинной. Подлиннее, чем обычная, смотрите. Вот, настолько длиннее. Посмотрим, вспышки нету. Да, вспышки нету. Ребят, жаль. Раньше была со вспышкой, очень классная, я ее любил. А сейчас, ну... Такого нету. Вот, как видите, обычная. В общем, P2000 тоже агенция Seata. Не знаю только, зачем они такую P2000 сделали. Макси, если у них есть обычная P2000, может, это покрупнее, получше взрывается. В общем, проверим обязательно. Так что, ребят, давайте под этим роликом наберем 2000 лайков, и сразу выйдет тест. 2000 лайков, это ж, ребят, ну, ролики набирают много просмотров. 2000 набрать, это вообще легко, поэтому поддержите канал, наберите как можно быстрее лайки. Чем быстрее выйдет данный ролик, тем быстрее я замечу, что он набрал много лайков, и пойду обязательно снимать сразу такие тесты, потому что все зависит от вас. Когда я прошу что-то написать в комментарии, обязательно пишите свои идеи, предлагайте, набирайте лайки, я тогда по лайкам выбираю, какие видосы продолжения снимать. Вот некоторые пишут, почему продолжение видосы там с мисками часто выходят, например, или с водой, там, типа, можно что-то другое повзрывать. Да, я понимаю, но я видел, под этими роликами набиралось много количества лайков, много просьб, чтобы я еще поснимал, поэтому я еще снял. Поэтому, ребят, если что-то хотите, обязательно поставьте лайк, для вас это не составит труда, а для меня будет приятно, и буду знать, что снимать из такого нового. Вот. Столько P2000 было. Давайте я вам покажу, какие петарды здесь у нас идут со вспышками, которые нет. Так, беру ножик, буду показывать. Это со вспышкой, без вспышки, со вспышкой. Ну, это можете записать, это потому что кто будет покупать, может забудет. А здесь я быстренько покажу, что есть. В общем, со вспышкой, без вспышки. Так, это у нас со свистом. Вспышка есть, нету вспышки. Нету вспышки, есть вспышка красная, здесь есть дымок синий, вспышка зеленая, нету вспышки, дым и нету вспышки, вот. Здесь, если не ошибаюсь, зеленая вспышка, здесь желтая, здесь зеленая, здесь такая оранжевая. Все, вроде бы P2000 все показал, ребят, если хотите еще какие-то, чтобы я обзоры сделал на другие петарды, например, там, на какие-то мощные петарды, или на ракеты, или на, может быть, на салюты, поэтому обязательно напишите, как можно больше лайков набирайте, как можно больше комментов с такими предложениями, и я обязательно сниму для вас такие ролики. В общем, надеюсь, видос вам понравился, обязательно поддержите лайком, потому что от лайков зависит продолжение, что будет на канале, какие тесты, вот. Поэтому все это буду записывать и снимать для вас. В общем, с вас лайк, подписка на канал, подписка на второй канал, ссылка будет здесь, также внизу в описании. Напоминаю, не знаю, почему никто не подписывается на второй канал, там тоже классные видосы, каждый день выходят, все тещу, так как и на первом. Вот, не вижу смысла читать такие комменты, где пишут, а когда новый видос, ребят, каждый день видос выходит, захотите, подпишитесь на второй канал. Подпишитесь на третий канал, там тоже классные видосы. Ребят, выпускаю каждый день, чтобы вы что-то смотрели. Вот, вам же лучше подписались, выбрали что-то, захотели, посмотрели, захотели, не посмотрели. Подписано очень много человек. Вот, еще, кстати, вопросы задают, почему
Почему подписчиков много, просто... Ну, потому что люди заходят, например, некоторые там подписались на канал, но они же не могут там смотреть каждый день видосики, как я выпускаю. Посмотрели там раз в неделю, раз в месяц, там раз в полгода посмотрели, но они же подписались, ребят, за это вам огромное спасибо, ребятки, я вас люблю за это. Вы мои подписчики, я вам всегда благодарен за это, что вы поддержали меня в трудное время, когда я поднимал канал. Все подписывались, писали приятные слова. Советовали, что интересного снимать. Ради вас я это все старался и для вас это все снимал, чтобы вы потом смотрели классные видосы. Поэтому, ребят, кто еще не подписан, обязательно подпишитесь, поставьте вот такие лайки. Лайк — это не проблема, легко и просто, а автору приятно за данный ролик, что вы его поддержали. Вот, подписывайтесь, смотрите здесь 4 видоса, они тоже классные, может быть, вы еще не видели. Нажимайте на колокольчик, тогда вам будут приходить уведомления по поводу новых видео. Что ж, с вами был ТНТ Фокс, всем спасибо за просмотр, пока-пока, ребят, жду вас в следующих видео, до новых встреч.